В первом тайме ни одна из команд не имела преимущества. Хотя в отдельных эпизодах торпедосы совсем неплохо комбинировали, а армейцы пару раз опасно били поворотом. На 25-й минуте грубо сыграл в своей штрафной площадке защитник ЦСКА Лобжанидзе. Он и в других матчах действовал, мягко говоря, неаккуратно. Пенальти. Юрий Баскаков, кстати, очень прилично проведший весь матч, показал на 11-метровую отметку. Эдгарас Янкаускас 1-0. Потом у ЦСКА была хорошая возможность отыграться, но Симак попадает в штангу. На первой минуте второго тайма Янкаускас убегает от Минько, тут не вовремя упал, и спокойно забивает второй мяч в ворота ЦСКА. Затем армейцы опрометчиво всей командой пошли вперед, стараясь отыграться. Однако в обороне торпеда с появлением игрока сборной Нигерии Эгуалона порядка стало значительно больше, а в образовавшейся бреши на половине поля ЦСКА гости стали проникать без особых проблем. 3-0 на 56-й минуте после удара Гашкина. 4-0 мяч забивает Хохлов. И пятый мяч в самом конце игры забивает Жранаускас. 5-0 очередная победа, набирающая форму торпедов.